вы смотрите на своих детей, мы смотрим тоже на них и на работу наших педагогов. И сегодня, накануне Нового года, я очень рада, что вы все пришли в наш замечательный праздничный зал, где наряжена елка, где горят огоньки, и куда вот-вот с минуты на минуту выйдут ваши дети. Они немножко выросли. И сегодня готовы показать вам то, чему они научились в этих стенах. Ведь Новый год – это самый яркий, самый замечательный, самый добрый праздник, который с нетерпением ждут не только дети, но и мы, взрослые. Мы все с вами в канун Нового года, наверное, хотим немножечко оказаться в сказке, как в детстве. И Новый год, он нас, наверное, заставляет поверить в эту сказку. Давайте верить в сказку вместе. И тогда нам будет легче, наверное, жить. Тогда надежда на лучшие времена будет сопровождать нас на нашем жизненном пути. Давайте желать, чтобы наши дети и близкие были здоровы и счастливы, чтобы мир был в нашем доме. Будем гостеприимны и к хозяину этого праздника, настоящему Деду Морозу, который сегодня тоже придет к вам в гости. И попросим, наверное, его, чтобы он нам помог пережить все наши трудности, все наши невзгоды, чтобы Новый год мы провели с вами под счастливой звездой. В этот Новый год я желаю вам всем здоровья, крепкой дружбы, любви, мира, благополучия в ваших семьях. Пусть этот Новый год, а он такой значимый, 2020 поводов принесет нам для счастья. Пусть плохое никогда не найдет дороги в ваши дома, а хорошее поселится в нем навсегда. Сейчас мы приглашаем вас в нашу сказку, где главными артистами и актерами будут ваши замечательные дети. Мы тихонечко приоткроем занавес, и сказка пойдет в наш дом. Прошу вас, будьте, пожалуйста, внимательны и не жалейте своих ладошек. Наши дети так ждут поддержки с вашей стороны. Спасибо. С наступающим концертом. Большой привет! Мне он очень доверяет. Внучкой милой называет. Как, узнали вы меня? Да. Скажите, кто это? Курочка! Нам придут сегодня дети. Дедушка просил их встретить, чтоб не заблудились по пути, ведь по лесу им идти. Я
заснеженной дороге шли и поднимали ноги. Шли и поднимали ноги. Шли и поднимали ноги. Вот ты, зайка, прискакал. Прыг-скок, прыг-скок. На полянку, на лужу. Тихо падать стал снежок. Закружились пушинки, как белые снежинки. И небольшой сугроб. Небольшой сугроб. Небольшой сугроб. Обошли сугроб, топ-топ. Обошли сугроб, топ-топ. Вот и твердая дорожка, зазвучали позвоночки, зазвучали позвоночки. Чтобы нам не заболеть, стали руки, ноги греть. Thank you.
и для вас я принес волшебный час. Вижу, все у вас в порядке. Буду с вами петь, играть. Буду Новый год встречать. Да нет, дедушка, не все у нас в порядке. Да? Петрушка вот остался без гостей. Ой. И без подарков. Есть у меня его подарок, есть. Подержи-ка, внученька, посох. Вот какой у меня ему подарочек. Так. Колпак. Подождите-ка. И раз, два, три. Наш Петрушка оживит. Идемте танцевать! Девочки, скорее! Опускайте ручки, мальчики, выходите к девочке, мальчики. Идем, девочка. Я кушаю сейчас одно большое.
Давайте, хвалите. Один. Всем встать и сделать круг. Скорее, делаем кружок. Делаем, делаем кружок. Умничка. Сюда подходите, возле меня вставайте. Не бойтесь. Так. Вы готовы? Тогда внимательно, внимательно слушайте, хорошо? На дворе зима, мороз, отморозить можно нос. Греем носик, трем его греем, греем, скорее согревай носик. Согревай в ладошке носик, согревай в кумочке. Молодцы, мы мороза не боимся и на зимушку не злимся. Если холодно гулять, будем весело плясать. Прыгаем и хлопаем. Поднимаем выше ноги, шагаем за мной, поднимаем выше ножки, шагаем вперед, выше ножки, сугроб высокий, еще выше, умнички, молодцы. Вот и кончилась тропинка, снег глубокий, берегись, мы наденем с вами лыжи.
какие вы умки! Все знаете про зиму! Я в этом убедился! Молодцы! Конечно, дедушка, ребята все про зиму знают. Да. А знаете ли вы, что растет на елке? Мы с ребятами сыграем в интересную игру. То, чем елку украшают, я сейчас вам назову. Если верно я скажу, мы скажем с вами «да». Ну, а если вдруг неверно, говорите смело «нет». Разноцветные хлопушки. Нет. Растут на елке? Да. Нет или нет? Да. Одеяло и подушки. Нет. Раскладушки и кисти. Да, правильно. Раскладушки и кроватки. Нет. Мармеладки, шоколадки. Да. Шарики стеклянные. Вот. Да. Стулья деревянные. Нет. Буквари и книжки. Нет. Туфли и сапожки. Нет. Чашки, вилки, ложки. Нет. Конфеты разноцветные. Да. Шишки золотистые. Да. Звездочки лучистые. Да. Молодцы, и все знаете про елки. Умнички, какие умные детишки. Молодцы. Ну, а что вы там про подарки говорили, а? Есть у меня вам подарочек. Есть, Снегурочек. Подержи-ка мой посох еще раз. А я за подарочком сейчас. Подождите. Ух, мешочек свой возьму. Так. Вот. Вот он. Подарочек. Дедушка, это все? Но ведь он пустой, маленький, а детишек много. О, Снегурочка, а ты забыла про волшебный посох. Внимательно смотрите. Раз, два, три. Наполняйся и расти. Thank you.
Молодец, пора! До свидания! Давай на память всех общий сделаем. Портрет. Давайте, давайте. 7 минут. На портрет.